После 8 часов вы знаете, поставим там главное. Время уже 10:09. Почему вы говорите? Обрабатывается все. Тем не менее, девушка, есть специально отведенный регламент времени. Вы должны работать согласно регламенту. Обработаны ручки, как положено. Лежит хлорированная. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 14, также от 19 июня 2020 года, продовольственные магазины работают только до 8 вечера. Мы к вам зашли в 20:45. На момент проверки было выявлено нарушение, то есть вы продали покупателю плиточный шоколад. То есть вы еще функционировали, правильно? Ну, это является это нарушением согласно статье 462. Части 3. Невыполнение постановлений, указаний, распоряжений государственных органов влечет административное взыскание. Ознакомили 50%, у нас 50%, даже меньше там. Расстояние столов 2 метра. Мен қалу шығаруға мәжбүр болдым. Онда сіздерге 50%-ке дейін жұмыс істесін қоғамдық орындар деген. Той, атым, туған күн, құдалық деген массовый мероприятие, ондай жасауға болмайды дейсіңдер. Сіздерде соны біле тұра мынандай халықты жинайсыздар. Мына қалған жағдай мынандай болып жатыр. Сондықтан сіздер кешіріңіздер, біз енді мәжбүр боламыз мына ресторанды қазір қаттаматы отырады мына кісілер. Оларды хотели всего этого запретить. Массовые мероприятия, также торжества, культурно-массовые мероприятия, религиозные мероприятия проводить запрещено.